Добрый день, говорю. Это пиздец, какие долбоебы у нас на сервере, блядь. Это на самом деле не смешно, блядь. Такие долбоебы получают баны, а потом, блядь, жалуются на администрацию, почему баны выдают. Вот что это за хуйня сейчас произошла? Из меня что-то выпало. Выпало, блядь, да? Вой, мы из пистолета. Блять, я в карманах пошарил, короче. Народ, недавно я узнал, что в ВК появилась группа, в которой бот раздает халявные гаджеты и девайсы, такие как iPhone, PS4, часы Apple Watch и куча других ништяков. Получить приз довольно просто. Заходи в группу в ВК CrazyBox, подписывайся и пиши боту промокод. Тебе будет выдан код, копируя его, активируй у них на сайте по ссылке ниже и получай бесплатный приз. Лично мне выпал браслет к Xiaomi за 2500 рублей, уж такую халяву я точно нигде не встречал. Заказывай доставку полученного приза, либо продавай его на сайте и за эти деньги открывай платные коробки. Так что подписывайся, и возможно ты сможешь выиграть даже новенький iPhone. Ссылку на группу я оставлю в описании. Давай спрячемся в параше. Идеальная тактика. О нет, он идет за нами. Отвернись. На него нельзя смотреть, понял? Понял. Не смотри на него. Давайте выколи глаза. Да чё она стукает так страшно? Может, это азбука Морзе? Она говорит, что ты пидор. Вот. Ты куда? Слышь, ты! Нет, ты куда? Ты хочешь умереть? Нет! Ты кого назвал? Уложись, там граната! Ты чё, рофлишь? Это шумовая. Стоп, а почему она не взорвалась? Может, тебе показалось? Пойдём, короче. Ария, гранату кинь. Стой! Ой, оно там! Давай, давай, спрячемся! Давай, сюда! Мочим всех! Стреляем по своим. Принято! Стреляем, ребят. По своим стреляем. Да тут нету никого, вы куда стреляете? Да или нет? Нет. Ну с этого. Нет. Вася. Ну нет. Ну блин, ну нет. Ну слушай, а. Ну нет. Хорошо, тогда да. Что да? Ну, ты дурной. Ты дебил? Есть немного. Там какая-то картофелина была. Быстро! Не толкайтесь, придурки! Давайте по одному. Красавчик! Я носом двинулся немного, мне поебало дало просто. Погодите, на меня напало куча база. Ученый Амсерк находится в жопе, блядь, какой-то. У меня паника уже началась, я не могу так. Выведите меня отсюда, я тут вообще-то пришел пробирки просто притирать. Нет, давайте куда-нибудь уже, мне насрать. Наверное, мы бежим в правильном направлении. Давайте в рассыпную просто. Не теряйте бодрость духа. А, да. Там выход же. Туда, да. Ой, просто недавно. Ну вы вообще нахуй, чуваки. Вас, блядь, где набирали, нахуй, в Макдональдсе сразу после института? Так, пап, да вы сейчас же работают. По объявлению набирали. Гейт открытый. У меня вооружен, я вооружен. Отошли, отойдите. Отойдите. Так, держим. Отошли. Блять! Какой он жирный! Вы чё наделали, придурки? Вы нахуй его развалили? Что эти? Я упал. Ну нет, не парься, скотч все почти. Какой я не парься, вы, блять, развалили СЦП. У нас не было, блять, приказа на его устранить. Мы можем пройти. Ну вот ублюдок, а. Смотри, что я вытворяю. Ублюдок, открой дверь. Вообще ты не рад. Да откройте дверь. Ебанем. Вы нихуя себе включили генератор! Ты чё? Ты пи***ц, ты охуенный! Отставить стрельбу, отставить! Все, сука, это личное! Братан, тебе пизда! Я тебе такой перезагрузу строю, что ты охуенный! Братан, ты оттягиваешь неизбежное! Ахать, фу! Нельзя смотреть, нельзя! Тут съемка запрещена, вырубай камеру! А, то есть ты вообще, да? Давайте вот тут сюда! Я пошла. Да, удачи вам. Ну я тут посижу, постою. Какой пидорас лифт вызвал? Упадай! Так, поехали! А где вы третьего потеряли? Ну как бы споткнулся, не дошел. Инвалидом, ну как бы, все, как бы вышел. Не, ну можно так, конечно, да. Блять, ты заебал, иди ты нахуй. Вот эта камера, да? Хапфу.
Говорит оперативник Зулу 14, нам нужна подмога для того, чтобы законтеймить код серый. Код серый и еще компьютера, да. Да, было бы неплохо. Блять! Нужно вырубить, нужно попытаться. Давай, давай, мы сможем. Куда идти, куда? А, в пизду, да, короче. Подожди, подожди, нет! Нет, блин! Нет! Нелюдь, ты! Ты убил вас! Ты убил вас! Если у кого-то оружие найдут, конечно. Товарищ охранник, разрешите, у меня есть очень важное... Ты чё? Нет, Арсен! Нет! 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 Пинали один! Шальная пуля! Шальная! Oh, hi, Mark! Ох, Что? 106-й! Тикай, 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 тикай! Братаны, код серый, у нас код серый. Что там? Код серый. Чего, тикаем? Да, тикаем, конечно, ты что, придурок, что ли? Почему, как только Амсерк начинает играть за охрану, то все начинают нарушать правила? Иди в жопу, Дарклион, тика! Нет! Отстань. Ты нам мешаешь. Уйди отсюда. Ты мешаешь мне видео записывать. О, нет, нет. Я выиграл. Подожди. Все, пока. Там кого-то убили, походу. Скромник. А, пацан, все, ученого не дал. О, нет, откройте. Не, все. Блять, страшно, давай пушку спрячь. Дебил, пушку спрячь. Нам срака. Прямо беги, 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 он прям за тобой. Ты дурак. Что происходит? Беги, беги. Что с дверью вообще? Нет, не открывай! Прощай, Рик, нам. Вы были хорошими друзьями. Смотри. А, нет, попали. В смысле были? В смысле были? Ты вообще кем? Быстро, быстро. Я просто хочу тебя прощать, на всякий случай. И побег из Шоушенка. Давай, давай. Ай, здрасте. Вы своего убили, придурки! Блин. Ты чё стреляешь? Ты что, с ума сошёл? Давай, так я просто рефлекс. Да я понял, не пугай. Давай, ты первый. Не, вы чё? Я джентльмен. Да не, не хочу. Ладно, давай вместе пойдём, хоть интуит. Ну давай, давай ты, иди, давай, 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 братан. Ты молодец, но я сейчас умру все равно. Прикрывай меня. Сейчас все будет, базарю. Так. Я пока что сторожу. А как, это 106-й, да, получается? Да, это 106-й. О, все, только что открыл. До меня дошли сведения, что вы читерили. Да, мистер админ, да как вы могли такое подумать? Я вообще читами не мог пользоваться. Я даже собственным сервером пользоваться не могу. Сказали, и у вас не было соответствующей карты, чтобы пройти. Да я ее только что выкинул. Тем более, как вы обращаетесь с консьержем? Вот вы вообще, я вас понимаю. Да вот ты пойми, так вот у нас происходит в жизни. Мы тут все короны. Показать меня здесь нет. Окей, мы тут просто очень коррумпированы. Да, нужно отключить, нужно отключить. Надо быстро ее. Слышь, псина, куда ты идешь? Слушай, третью по горлу. Нет, все, я ухожу. Закрыто. В смысле закрыто? Все! Успеем, успеем, открывай. Так не открывается. Оно не открывается, охранник, ты должен что-то знать, охранник. Я не знаю, первый раз такое было. Ищи, давай, кидай, ты сможешь, ломай. Окей,
я просто... Все, все! Я открыл нам. Убегаем, убегаем. Опа, на. Бросаем оружие и убегаем. О, shit, I'm sorry. Sorry for what? Уйдите. Это животное здесь. Тюлень тут. Черт, тут тупик, тупик. Пошел в жопу. Говори, куда мне идти? Блин. Дед, я быстрее тебя, отвали. Дед, ты слишком медленный. Да, блин. Потому что. Здравствуйте, много. Блин, я обучение убил. Я админа убил. Который в туториал отправился. Приятного аппетита. Ой, охранник. Иди сюда. Второй раз его съел. Че, буду его пасти и жрать теперь каждый раз, когда будет пытаться появиться. Понабирает стажеров, они ни взятки не берут, ничего такого не делают вообще, блин, правильные какие. А должны просто людей банить, чтобы потом я типа вел такую херню, типа ты платишь, и с тебя бан снимается, и вообще круто. Типа вип-персоны. Не, просто анбан за деньги. И у каждого админа будет, короче, такая, типа, знаешь, дневная норма, 10 человек забанить сзади. Тупо просто так. Зашел на сервер, сразу забанили. Просто так. Никто не играет, значит, никто не нарушает. А, ну блин, арсенал. Блять, а где мы находимся? Где мы находимся? Быстро скажи, я не хочу позориться. А, да, все, я тоже вижу. А, да, вот мы вот. Так, пожалуйста, покажите свою карту доступа. Научный сотрудник или старший научный сотрудник, или нам придется вас ликвидировать, ученый. Ну так тоже можно. Эвакуация сейчас будет. Тут два тюленя. Тут 2.49. Что? Мы 2.49, алло. Да как? Что за бред? Два хрустика. Все. Все, два хрустика будет. Это ивент такой. И 2.7. Это фишка. Это не баг. Погнали. Все, погнали. Вам пизда, братаны. Вы что, охерели, что? Ебать, рот. Да, давайте так оставим. Да, давайте. Они там их. Это не баг, это фича. Да. Тупо идут, а такие два штука, две печеньки у них идут. Вот да, тут фактор. Что происходит? Охерели? А я не знаю, может быть сдаться или воевать. Воевать до последнего патрона, до последнего процента хелса. Кстати, Василий. Если ты умрешь, я сдамся. Я без тебя не. Бля, ну да. Ты можешь наделать самолетиков. Собрать свою личную армию. Я гонюсь за мобилку. Да мне пи***а все, Василий. Да ну нет, не может такого быть. Ну одного я убил. А! Нет. Василий, мне пи***а все. Все, пойдем. Нормально, я закрыл. Пусти, пожалуйста, пусти. Закрой! Беги, сука! Беги! Сука, ну вас нахуй, знаете, блядь. Говорим со своим встретим, то что если он приблизится, то мы его убьем. Да ты че, издеваешься? Он не послушает, он вас обоих потом убьет. Да послушай, да. Да не, иди нахуй, ты. Ладно. Слышишь, мы его убьем. Ой, блядь, походу мне пи***, давай. Блядь, не, я не хочу. Закрой! Кто открыл, блядь? They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. Нет. Сука, мне кто-то звонит. Блять. Алло. Значит так, объясняем. Мы мог пси севен. Наша задача — устранить все биологические субъекты в комплексе, также все SCP объекты. Любой МОК, который прибывает в комплекс, мы не устраняем. Также включая нас. То есть, сейчас заходим в комплекс. Заходим в комплекс. Здравствуйте, вы нарушили 2 РП-момента. У меня есть монетка, я пойду что-то в буфете куплю. Я нашел. У тебя монетка есть?
Кого, кого, кого? Буфет? Это буфет! Подождите, 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 подождите. О нет, нам пиздец. У нас пополнение. Нам конец, парни. А, не, нормально. А я живой. Запускайте, мне понравился аттракцион. Можно. В технической документации написано, что можно. Там что-то за мной побежало, мне как бы, блин. Спасите. О нет! В клещи зажали. Я бесстрашный, вы как хотите, я пошел. Ну давай, давай. Бегите, бегите и смотрите. Ну а ты мой. О, нет! Беги! Нет, еще опасно! Я нажал лифт, и я это сделал. Мне стыдно, но мне страшно. Ты молодец. Все, 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 я туда не пойду. Слушай, я думал, тебя сожрали. Я тебе думал, тебя съели. Ну, меня съели, как бы, но переварили. Просто давай найдем выход отсюда. Давай возьмем подкрепление просто. И о, давай подкрепление. Они будут тут разбираться. О, нет, все, никакое подкрепление. Понимаешь, у нас стресс. Да какой прямо стресс, да. Насрать. Мы сейчас или умрем, или взорвемся. Ну, то же самое. Это одно и то же. Ну, ну да. А вы информацию скачали прежде, чем шарахнуть? Конечно нет, не успели мы ни хрена. А не забудь подписаться, тыкнуть на колокольчик, написать свой комментарий и заглянуть в наш паблик с топовыми мемами. Ссылочка есть в описании.